жителей и гостей Северной столицы с Днем воинской славы России, Днем победы советского народа в Великой Отечественной войне. С праздником вас! С Днем победы! Ура! Поздравление обратился командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-полковник Герасимов. Звучал гимн России, великому Станиславу Александров, Слава Михалков. Все подступы к Дворцовой площади заняты горожанами и гостями города. На трибуне для почетных гостей руководство города и области, командование ГУВД, Ленинградским военным округом, 6-й армии ВВС. Парад! Почетные граждане Петербурга. Мирно! Торжественную маршу! По батальонам! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо!